Хайдроблок. Это решение для дренажных каналов, созданное, чтобы противостоять горизонтальным и осевым нагрузкам в самых сложных условиях эксплуатации. Канал изготовлен из прочного и надежного чугуна, что гарантирует его долгий срок службы при постоянном воздействии веса до 90 тонн. Благодаря этому канал идеально подходит, например, для продольного и поперечного движения. Одной из ключевых особенностей Хайдроблок является его монолитная конструкция с встроенным уплотнением, которое обеспечивает надежное и водонепроницаемое соединение. Это не только снижает уровень шума при эксплуатации, но и облегчает монтаж. Кроме того, Хайдроблок экономит средства, так как не требует бетонной оболочки, что позволяет сэкономить до 55% затрат на монтаж. Множество дополнительных функций, таких как анкерное крепление и возможность подключения пластиковых труб благодаря раструбному концу канала, делают его универсальным выбором для различных проектов. Газонная решетка от Stilum. Детские площадки – это места, которые должны быть созданы максимально безопасными, особенно поверхность, на которую часто падают дети во время игр. Для этого есть панели из травяной сетки от компании Stilum, которые помимо защиты от падений дополнительно обеспечивают озеленение поверхности и укрепление грунта. Панели универсальны и практичны. Так они легко интегрируются в существующие поверхности и могут обеспечить защиту на детских площадках, в школьных дворах и других общественных местах. При этом особенно стоит выделить, что панели подходят для укрепления грунта на слабохолмистых участках. Панели примечательны еще и тем, что монтируются легко и быстро. Нужно лишь уложить панель, засыпать газонным субстратом, посеять дерн, и после первого роста газона территория готова к использованию. Укладывать быстро можно даже большие площади благодаря формату панели метр на метр и формообразующему соединению отдельных элементов. Stilum предлагает газоны и панели в трех различных вариантах для защиты от падения с разной высоты. Панели толщиной 45 мм обеспечивают защиту от падения с высоты 1,5 метра и идеально подходят для оборудования детских площадок. Толщина 65 мм гарантирует защиту от падения с высоты 2,1 метра, что делает такие панели отличным выбором для фитнес-площадок на открытом воздухе. Но для максимальной защиты есть возможность приобрести специальную панель толщиной 100 мм. Тассо. Заложить фундамент за один день? Да, и такое возможно со сборной опалубкой Тассо, которую нужно просто принести на нужное место без дополнительных работ. Легкость и скорость работы — это ключевые преимущества опалубки Тассо. Обосновывается это тем, что элементы опалубки легко устанавливаются без специальных инструментов или особых навыков. Также опалубка легко переносится, так как имеет длину 5 метров и вес всего 20 килограммов вместе с арматурой. После установки можно легко добавить еще арматуры при необходимости. Затем можно провести заливку фундамента в тот же день, сокращая время ожидания и ускоряя процесс строительства. После заливки опалубку можно оставить на месте, сохранив силы для дальнейших шагов. Экономичность – еще одно преимущество системы Тассо. Она состоит из стальной сетки и полиэтиленовой пленки, что делает ее долговечной и пригодной к использованию круглый год. Кроме того, использование многоразовой опалубки позволяет избежать утилизации строительных отходов, что дополнительно снижает расходы. Все это в совокупности с простой и быстрой установкой делает сборную опалубку Тассо идеальным решением в ситуациях, когда необходимо сэкономить. ProBrace. Забивать колышки, поддерживающие опалубку из досок, это долго и муторно. Да и зачем, если есть ProBrace? Устройство является быстрым, безопасным и точным способом зафиксировать опалубку. Так, установка приспособления имеет несколько простых шагов. В первую очередь необходимо установить ProBrace в нужное место и зафиксировать штырями. Затем нужно соединить приспособление с опалубкой при помощи шурупов. После этого нужно выровнять ProBrace посредством поворота верхней и нижней ручки. Для регулировки скобы вверх или вниз также используется винт, который расположен в верхней части. Далее, когда бетон в опалубке уже застыл, металлические штыри снимаются, затем вынимаются винты и приспособление снимается. Простота установки позволяет тратить на 50% меньше времени. При этом ProBrace еще и более точен, чем другие методы фиксации опалубки. Ну и, конечно же, стоит отметить, что при использовании ProBrace на стройплощадке снижается опасность спотыкания о колышки и риск травм.
MaxiForce. Устройства и приспособления, созданные для спасательных работ, очень эффективно могут использоваться и в строительстве. Например, есть специальные подъемные мешки от компании Paratek, которые во время спасательных работ могут помогать разбирать завалы. А в строительстве с помощью них можно вполне успешно поднимать тяжелые грузы, если нет специального оборудования. Мешок MaxiForce должен быть просто идеален для строительства, так как может поднимать и сдвигать грузы массой до 89 тонн. Возникает вопрос о том, как вообще обычный мешок может поднимать столь тяжелый вес. Объясняется это просто. Мешок далеко не простой, а состоящий из трех слоев неопрена, армированного арамидными волокнами. Это в совокупности и делает мешок невероятно прочным при полном надувании, а также долговечным и химически устойчивым. При этом мешки бывают разных размеров и форм, чтобы подходить под разные задачи и сценарии использования. Например, есть прямоугольные мешки, которые идеально подходят для линейных грузов и подъема на уклоны. А есть квадратные мешки, которые удобны для использования на ровных поверхностях. Варьируется не только форма, но и толщина, которая может быть от 1,9 см до 2,5 см, благодаря чему можно выбрать мешок, который будет оптимален по прочности и гибкости. Еще MaxiForce оснащен рельефными бугорками, которые нужны для сцепления с другими мешками и позиционирования. Как уже было сказано, подобные мешки эффективно используются в спасательных работах. С помощью нескольких таких мешков, например, можно перевернуть весьма габаритную машину, в случае, если нет возможности ожидать специальную технику. А ведь это всего лишь мешки с воздухом. Применение в строительстве надувных мешков еще лучше отображает их силу и возможности. Так, например, с помощью более серьезных надувных мешков перемещались кессоны массой 2600 тонн, которые затем использовались для строительства причальной стены портового комплекса. New Elevator. Это система, которая меняет подход к строительству вентилируемых подпольных пространств и фундаментов за счет своих ключевых характеристик и преимуществ. Сэкономить хочется в любой ситуации, и New Elevator позволяет это сделать за счет снижения расхода бетона и уменьшения времени монтажа. Другим важным преимуществом является то, что при использовании системы от Geoplast появляется возможность легко прокладывать водопроводные трубы и электрические провода, что делает ее идеальным выбором, когда необходимо облегчить интеграцию коммуникации в фундамент. Это уменьшает необходимость дополнительных работ и обеспечивает более эффективное управление инфраструктурой. Помимо этого, благодаря особенной конструкции, система обладает и другими преимуществами. Так, базовая решетка системы обеспечивает идеальную вертикальность опорных столбов, что гарантирует хорошую несущую способность бетонного пола. Это позволяет строить разнообразные сооружения, включая резервуары для хранения, с полной уверенностью в их стабильности и надежности. Благодаря особенной конструкции имеется также воздушный зазор, который способствует устранению восходящей влаги и газа радона, что является важным аспектом в строительстве подпольных пространств. Еще система универсальна, так как подходит для широкого спектра строительных задач. Она может использоваться для строительства крупных зданий, промышленных сооружений, наклонных пандусов, ступенчатых поверхностей, жилых зданий, а также для поверхностного применения и создания резервуаров для хранения. Система фундамента от Diamond Pier. Это революционный метод строительства фундаментов, основанный на понимании природных процессов и технологии штыревых свай. Основная идея — использовать природную прочность и структуру грунта, минимизируя воздействие на окружающую среду. Традиционные фундаменты часто требуют выемки грунта, что может разрушать почву и увеличивать сток воды. Компания Diamond Pier пошла другим путем. Короткие опорные штыри легко устанавливаются в неповрежденный грунт, а их расположение под углом позволяет работать с минимальным заглублением. Результат — надежный фундамент без земельных работ. Аналогично корням деревьев, штыревые сваи передают нагрузку от конструкции на большую площадь грунта, предотвращая перемещение вверх и вниз. Система также использует высокопрочный бетонный оголовок как направляющую, фиксатор штыревой сваи и конструктивный соединитель, что обеспечивает стабильность и прочность. Вообще, для создания фундамента можно использовать варианты куда проще. Например, как вам покрышечный фундамент? Из покрышек можно сделать даже стены, и получится целый дом. Дешево и эффективно.
Exosystem. Самоуправляемые автомобили уже всем знакомы. Настало время самоуправляемой строительной техники. Компания Build Robotics пришла к мысли о том, что нет нужды создавать такую технику с нуля. Можно просто создать специальное устройство, которое крепится к уже готовой технике и превращает ее в робота. Устройство, превращающее любой экскаватор массой от 15 до 50 тонн в автономную технику, является целой системой, в которой объединены датчики, программное обеспечение, система безопасности и многое другое. В совокупности все элементы обеспечивают экскаватор намного более высокой точностью работы, чем при управлении оператором, благодаря чему намного увеличивается эффективность использования. Установка занимает всего несколько часов. Система ставится на хвостовую часть с помощью универсального крепления, а камеры и датчики крепятся с помощью магнитов и зажимов. Казалось бы, автономная техника может быть небезопасной, но не в этом случае. Создатели утверждают, что за 13 тысяч часов работы у них идеальные показатели безопасности благодаря 8-уровневой системе, включающей в себя множество разных элементов. Fast Track. Работы, связанные с установкой и ремонтом различных подвесных систем, являются очень трудоемкими. Чтобы облегчить это занятие, было создано решение под названием Fast Track, которое существенно упрощает монтажные работы, такие как кабельная изоляция, установка трубопроводов или воздуховодов. Решение представляет собой сборную провесную конструкцию, которая состоит из вертикальных направляющих и горизонтальных кронштейнов. Система Fast Track имеет точки крепления на всех четырех сторонах и может быть подвешена к направляющим в любой из четырех ориентаций, что говорит о широком спектре работ, в которых ее можно применять. Самая важная особенность Fast Track — это кнопочная защелка на обоих концах, благодаря которой кронштейн может перемещаться вверх и вниз без использования инструментов. Еще Fast Track обладает индикаторами на каждом конце кронштейна, которые могут быть использованы как ориентир при разметке точек крепления. При этом приспособление быстро разворачивается и может компактно храниться, что сокращает время на подготовку и экономит пространство, которое очень важно на строительстве. Площадках. Гидроизоляция для фундамента от Aquatec. Одно из важнейших действий, которое нужно сделать при строительстве, это защитить фундамент от проникновения воды. Столь важную задачу помогает выполнить компания Aquatec, которая предоставляет свою технологию формирования водоустойчивости фундамента. Для создания защиты от воды компания Aquatec использует высоководостойкие материалы, которые устанавливаются дополнительными слоями для защиты наружных стен фундамента здания. Благодаря этому и предотвращается проникновение влаги и обеспечивается структурная целостность здания. Вот как выглядит процедура создания влагозащиты. Сначала около стены, где будет происходить установка защиты от воды, выкапывается траншея глубиной от 1,2 до 2,4 метра, в зависимости от глубины фундамента. Затем производится зачистка стены, обнажение бетона или кирпичной кладки с целью проверки наличия щелей или трещин в конструкции. После этого производится сушка наружной стены, если в этом есть необходимость. А если после проверки выявились трещины в стене, то их необходимо заделать с помощью гидравлического цемента, который потом расширяется. Следующий этап заключается в нанесении изоляции, которая представляет собой специальный материал, обеспечивающий структурную стабильность и обладающий низкой проницаемостью. После нанесения материала наносится специальная сетка, а на нее сверху еще один слой изоляции, благодаря чему обеспечивается двойная защита от проникновения воды. Завершающим этапом является установка особой мембраны с дренажной системой, которая отводит грунтовые воды от дома и снимает гидростатическое давление. Сверху мембраны и дренаж покрываются толстым слоем гравия. Кессоны. Для строительства мостов, плотины и других конструкций, где критически необходимо создать надежный фундамент, придумали использовать эффективное решение — кессоны. Основной задачей кессона является передача нагрузки от конструкции на подстилающий грунт или коренные породы, которых он достигает в процессе углубления. Это очень важно, так как зачастую грунт не способен выдержать вес крупных построек. При необходимости использовать кессоны в строительстве объектов, расположенных в воде, процесс конструирования начинается на суше, после чего кессоны
кессон спускается на воду и переправляется в необходимое место. Затем кессон медленно опускается на заранее подготовленный фундамент, а верхняя часть остается над уровнем воды. Использование кессонов – это эффективное решение для строительства бетонных плотин, фундаментов мостовых опор и так далее, но при этом далеко не новое. Так, кессоны использовались еще в 18 веке, например, при строительстве Бруклинского моста. В дальнейшем технология обрела популярность и начала использоваться при строительстве множества сооружений, часть или вся конструкция которых должна находиться под водой. Дома от Эйфолд. Технология модульных домов от компании Эйфолд предлагает множество самых разных плюсов, которые не ограничиваются традиционной для всех подобных домов высокой скоростью возведения. Первое — это дизайн. Дома выполнены в европейском стиле, который всем видом показывает свою высокую архитектурную ценность, но при этом остается достаточно скромным. Компания предлагает два вида модульных деревянных домов — модель A и модель T. Модели выпускаются в разных размерах, отделках и конфигурациях в зависимости от потребностей клиента. Модель T имеет форму, которая явно больше понравится любителям современного дизайна. Модель A скорее предназначена для людей, которым нравятся более традиционные дома. Несомненным преимуществом для приверженцев экологичности будет то, что дома собираются из древесины, поступающей из экологически чистых лесов. Строительство домов компании ведется не на открытом воздухе, поэтому минимизируется воздействие на окружающую среду. Кроме этого, возможна интеграция фотоэлектрической системы. Помимо этого, дома еще и очень надежны. Что также является существенным преимуществом. Их конструкция может выдерживать землетрясения, так как рассеивает энергию подземных толчков. Еще они выдерживают скорость ветра до 145 км в час, без ущерба для внешнего вида. Заборы от Трекс. Забор от Trex — это идеальное решение для ограждения участка, так как он объединяет в себе простоту установки, надежность и красивый внешний вид. Установка забора проста из-за того, что все элементы идеально подходят друг для друга благодаря своей конструкции. Так, для установки нужно поставить две вертикальные балки, затем разместить нижнюю горизонтальную планку. После этого нужно выставить специальные внутренние пластины, которые соединяются друг с другом благодаря специальной конструкции зацепу. После их размещения сверху просто ставится планка, закрепляющая пластины, а затем проводятся остальные завершающие работы. При этом забор еще и не нуждается в шлифовке и окрашивании. Надежности забора способствует то, что он сделан из композита и защищен от прогибов и других деформаций. Также забор устойчив к гниению и влиянию насекомых и ветру скоростью до 209 км в час. Забор еще и должен быть приятным глазу, поэтому на выбор у компании есть три насыщенных и естественных цвета.